Большой интерактивный проект «Дети нового тысячелетия» – праздник юности, задорного настроения и, конечно же, завершение учебного года. Такое масштабное торжество в нашем городе проводится уже второй раз. В этом году он приурочен еще и к юбилею Московского района. У каждого есть чем сегодня похвалиться. Сегодня это и техническое творчество, сегодня это и вокальное творчество, хореографическое творчество. Ну, сегодня мы обеспечиваем во всех учреждениях образования разноплановую деятельность, чтобы каждый ребенок смог найти себя, ну и по итогам года, чтобы он мог показать себя, участвуя в работе вот таких площадок, которые сегодня здесь организованы. В Московском районе проживает порядка 2/3 брещан, поэтому на развитие социального сектора накладывается весомая задача. По состоянию на 1 января 2023 года нас проживает практически 234 тысячи. Но по, скажем, таким данным, по факту, то, что есть, да, у нас больше 243 тысячи. Потому что статистика учитывается тех, кто зарегистрирован на территории Московского района, по факту живет больше. На территории Московского района расположено 74 учреждения образования, 36 дошкольных, 36 школьных учебных заведений, плюс специализированный детский сад и центр веда. Всего 74 у нас расположено. Как бы. И в школах чуть более 30 тысяч обучаются, и детских дошкольных порядка 11 тысяч детей. Игра в классики и упражнения на скакалке, перетягивание каната, настольные игры, мастер-классы по созданию поделок. Город мастеров, спортивные и интерактивные площадки. Всего свыше 30 локаций. Также свои таланты ребята продемонстрировали и на центральной сцене феста. Школьные либо детсадовские площадки. Участие в фесте со своими интерактивными выставочными площадками приняли представители Красного Креста, пограничных войск, МЧС и МВД. Такие мероприятия нацелены не только на маленьких гостей, но и выполняют профориентационную функцию. Так что для каждого, кто стал гостем праздника, было развлечение по душе. Это кукла сшитая, я ее делала. Вот, делала с Татьяной. Еленой. Антоновна. Елена Антоновна, такая куколка. Мне нравится все в этом празднике. А настроение какое у тебя? Хорошее. Великолепно. Моя внучка уже 2 или 3 дня хотела прийти сюда на праздник, потому что здесь много интересного. Дети делают поделки, много можно чему научиться, послушать. И погода сегодня великолепная. Мы представляем 11-ю школу. Мы сюда пришли с 2-м классом. Пришли с детьми посмотреть, поразвлекаться, отдохнуть, провести веселое время. Я люблю заниматься спортом. Люблю ходить на кружки, получаю хорошие оценки в школе. Настроение прекрасное, все нравится, можно попробовать себя в любом кружке, можно сделать все, пошить, сделать из соломы разные вещи, все можно сделать. В одну большую яркую динамичную танцевальную площадку под открытым небом превратилась территория у торгового центра «Экватор». Здесь выступления творческих коллективов, кавер-бандов, инструменталистов и большое караоке со зрителями. Всего в программе 7 часов музыки и интерактива. Хедлайнерами вечера стала группа «Калибри» и «Мавик», а также красочный фейерверк с юбилеем «Московский район». С днем рождения!